Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Дагестана, обсуждали проблемы региона. Владимир Васильев доложил президенту о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа. Приостановлено 5 проектов. Глава Дагестана попросил президента дать поручение, чтобы потенциал тех предприятий, которые есть в регионе, использовался полностью. Также Владимир Васильев доложил Владимиру Путину, что бюджет региона в следующем году будет лучше, чем в этом. По его словам, бюджет в 2019 превысил 130 миллиардов рублей благодаря федеральной помощи и работе по сокращению теневого оборота, в том числе борьбе с коррупцией. Владимир Васильев добавил, что в развитие инфраструктуры региона, связанной с водоснабжением, было вложено почти 2 миллиарда рублей. В результате более чем 500 тысяч человек улучшится водоснабжение. Провели работу, там, если вы обратите внимание, по оценке ФАСа у нас на 70% сократились нарушения чиновниками антимонопольного законодательства, это сказалось на работе. А в госзакупках для субъектов малого бизнеса мы на 46,7 увеличили доступность, что, в общем-то, сказалось на работе малого бизнеса. Вот далее критерии по малому бизнесу мы увидим. Просто значительно проявилось. 3,4 и 35,4. Да. И теперь мы, следующий критерий, это высокотехнологичные места. У нас уже чувствуете, я уверен, вот эти вложения, они начнут давать результат. А то у нас получился такой год задержки роста экономического. Но он был вызван теми обстоятельствами, которые вы знаете, когда мы вынуждены были сменить, по сути, значительную часть команды руководства республики. Это были там обстоятельства. Кстати, наведение порядка, потом это будет видно, сразу сказалось.